В ДТП с участием сразу 4 автомобилей пострадал пешеход. Мужчина стал заложником ситуации. 30 сентября на улице Сарментовой в районе дома номер 13 водитель «Урала» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем «Митсубиси». Иномарка, в свою очередь, от удара наехала на стоящий впереди автомобиль «Фольксваген» и зацепила грузовой автомобиль «МАН». В свою очередь «Фольксваген» избил пешехода. «Фольксваген» совершает наезд на пешехода 46-го года рождения, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходу была оказана помощь на месте ДТП, и он был отпущен домой. У пешехода ушибы.